Значит, ролик Gangnam Style. Дело в том, что у человека есть первичные процессы мышления, которые, в общем-то, еще Фрейд описал. Первичные процессы мышления, они алогичны по своей сути. Все знают, что дети очень любят яркие цвета, дети, в общем-то, причинно-следственные связи простраивают не всегда и с трудом, в зависимости от возраста, да, то есть абстрактно-логическое и последовательное мышление, оно развивается с годами. Ребенок, он живет эмоционально, и эмоционально-образное мышление у него превалирует в раннем детском возрасте, и оно, в общем-то, побеждает всякую логику. В данном ролике представлены все четыре этапа эволюции, взросления героя, который проходит каждый ребенок в своей жизни, начиная с оральной и заканчивая фаллической. Оральная стадия в клипе представлена прямо с первых кадров, когда он около бассейна сидит со стаканом. На использование детской части указывает танец, который повторяется и является достаточно простым и, в общем-то, отсылает нас к таким детским, ритмическим, повторяющимся и приносящим удовольствие танцам типа маленьких утят. И нам интересно смотреть. Примерно то же самое, вот как танцующий Ельцин. Также танец можно рассматривать с символической точки зрения, то есть повторяются движения наездника, человека, катающегося на лошади. Лошадь – это универсальный архетипический женский символ. И в самом начале, прежде чем появляется куча девушек, вот показывают лошадок, да, и главный герой, как такой мачо в окружении красивых лошадок породистых, то есть он наездник, он главный. Стадия фаллическая, сплошь и рядом, она везде присутствует. Это красная машина, приезжает альтер-эго нашего героя, молодой человек в желтом. Синий пиджак символизирует интроверсию нашего героя, а желтый – экстраверсию. Они вроде как бы сходятся в какой-то борьбе, противопоставлении, конфронтации, но потом они мирно расходятся, то есть и здесь не происходит никакого конфликта. И тема доминирования такого, с точки зрения психоанализа, фаллического во многом, доминирования главного героя, она прослеживается по всему танцу. И она тоже такая детская, фаллическая стадия тоже в детском возрасте проходит, и для мальчика она крайне важна. Да, такая фаза самоутверждения. Главный персонаж имеет азиатскую внешность. Если бы это были европейцы, если бы это были афроамериканцы, не исключено, что такого успеха у ролика бы не было. Дело в том, что вообще восточные культуры, они культуры правополушарные, а западные культуры считаются левополушарными культурами. Превалирует логика, разум, последовательность, все правильно, все под контролем. Соответственно, культуры восточные, там превалируют первичные, даже философию можно наблюдать, что вот у них интуитивное озарение, очень эмоциональные, метафорические описания, все, что связан с ритмом, с музыкой, с яркими образами, с эмоциональностью можно видеть на Востоке. Поэтому вот эти вот клипы или рекламы во многом построены на таких вот эмоциональных детских ярких образах. Хотя он заигрывает западной культурой, да, читают рэп, секси-лейди произносят слово, ритм такой, в общем-то, западной музыки. На поверхности лежит вся социальная атрибутика успеха современного общества, прозападного, собственно говоря, ролик, он очень европеизирован. Поэтому этот клип становится универсальным. И популярен он на Востоке, естественно, потому что он построен во многом через вот эти вот образы, которые на Востоке популярны. Популярен он на Западе почему? Потому что, естественно, каждому человеку, у которого детская часть находится в бессознательном, который задавлен, который призывает быть взрослым, правильным, ответственным, он нагружен, в общем-то, этим всем, да, современный человек, ему хочется играть, развлекаться и отдыхать. Соответственно, те взрослые, у которых детская часть более подавлена, больше отщеплена, они будут этот клип критиковать, нелепым называть, то есть обесценивать, да, то есть они пытаются дистанцироваться от своей детской части и утвердить свою взрослую часть, да. Поэтому этот клип, так или иначе, он вот будет вызывать резонанс у эмоциональной детской части у большинства людей, как на Востоке, так и на Западе.